всегда готовы помочь. В понедельник сотрудники МЧС отметили 84-ю годовщину образования гражданской обороны. Это люди, которые в любое время, при любых обстоятельствах спешат на помощь, будь это природная катастрофа или чрезвычайная ситуация. Спецподразделения гражданской обороны Ивановской области за последнее время очень изменились, отмечают специалисты. Наступивший век внес свои коррективы. Сейчас с развитием высокоточного оружия, с развитием вообще как бы вооруженных сил соседних других государств и как бы новых подходов к ведению, вообще ведению войн, у нас сейчас как бы произошли фундаментальные изменения в том, как подходу к защите населения и вообще к подходу ведения вообще самой гражданской обороны. Поздравляли всех без исключения, и ветеранов, и молодых сотрудников. Денис Кан как раз из последних. В марте его спасательное подразделение приехало к горящему дому раньше пожарных, и не раздумывая ни секунду, он бросился в здание, рискуя своей жизнью, вынес четверых детей. И сегодня получил заслуженную медаль за отвагу на пожаре. На моей работе работают только те люди, которые ее любят, иначе другие просто не задерживаются. И самое важное это ощущать, наверное, последствия своей работы. То есть, когда люди тебе говорят спасибо, и ты ощущаешь гордость за то, что за это спасибо. Здесь каждый герой. В кризисной ситуации может оказаться любой. И зачастую от грамотных действий специалистов зависит человеческая жизнь. И только их номер телефона знает каждый взрослый и ребенок. 112. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.